Если вы не знаете, как приготовить гуляш со свинины в домашних условиях, то спешу вам напомнить. С таким рецептом вы точно не пропадете. Сытный, оригинальный и ароматный ужин семейству обеспечен. С таким сытным и простым рецептом гуляша со свинины вам гарантированы комплименты и похвала ото всех, кому посчастливится приготовить это блюдо. Я раньше думала, что гуляш – это что-то вроде жаркого, но более жидкое. А оказалось, что в настоящем гуляше картошка и вовсе не обязательно. Поэтому век живи, век учись, что называется. Предлагаю и вам научиться, как приготовить гуляш со свинины. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. На смеси масел с томатной пастой обжарим перец и мясо, они готовятся дольше всего, когда размягчатся, добавляем к ним измельченный лук и капусту. 2. Все вместе прожарим немного, затем вливаем воду, добавим специи и на маленьком огне тушим до загустения. 3. В последнюю очередь, когда большая часть воды уже уйдет, добавим сметану и перемешаем. Теперь осталось довести содержимое кастрюли до кипения и снять с огня. 4. Готово. Приятного аппетита. Жду ваших лайков и комментариев. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты. Капуста квашеная – 1 кг. Свинина – 1 кг. Мясо без кости. Сметана – 2 стакана. Вода – 1 стакан. Перец болгарский – 1 штука. Крупный. Лук – 1 штука. Крупный. Масло растительное – 2 столовые ложки. Масло сливочное – 2 столовые ложки. Специи – 1 по вкусу. Томатная паста – 20-30 грамм. Количество порций – 5-6. Щелчок. Клик. Нажатие на лайк – это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!